Ну что, всем привет, друзья! Я выбрался на покидушки с катушкой Z от компании Flagman. Вот такая катушка. Вы, кто не видел предыдущие мои обзоры, посмотрите, перейдите по ссылке в описании под видео, будет ссылочка. Ну, либо пролистните мои видео, два предыдущих там или три предыдущих, как раз будут обзоры на эту катушку. Там общий обзор и обзор с разборкой. Собственно говоря, что это за катушка? Это не что иное, как Хайбо Мираж. Можно сказать, топовая китайская катушка. Весьма неплохая. Значит, в ней магнитная тормозная система, я уже об этом рассказывал. Вес ее 164 грамма, легкая, карбоновая ручка, карбоновая звезда фрикциона, сама катушка легкая, довольно-таки компактная. Вот в руке лежит она, как видите, весьма компактно. Удобная катушка, по эргономике вопросов нет. В домашнем обзоре сложно было ее сравнить, именно как она в эргономике. Очень компактная, маленькая катушка. Шпуля диаметром 34,7 миллиметра, почти 35, ну чуть меньше 35. Тормозная система только линейные магниты. Рама алюминиевая. Значит, что по настройкам? Я установил настройки на шестерку, всех 10 делений. Я поставил чуть не доходя 6. Осевик в 0. То есть даже люфтик есть небольшой. Осевик. Повесил маленькую вертушку. Вот такая вертушечка. Вес ее 4 грамма. Дома на весах я взвешивал. Она 4 грамма весит. И намотал сюда UGK плетеночку 1,2 примерно. В размерности 80 метров. Ну, попробуем сделать заброс. Первый заброс совершенно вот первый раз делаю заброс, поэтому сделаю его аккуратно, так, без вкладывания. Летит неплохо, хотя есть ощущение, что могло бы лететь и дальше, да? Давайте посчитаем обороты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 оборотов. Катушка выбирает за оборот 78 сантиметров. И если перемножить на 29, ну, порядка 25 метров, там 22, наверное. Давайте попробуем вложиться. Вложился и получил бороду. Видимо, надо добавить магнитов, либо чуть увеличить вес. Так, ну что, продолжим. Распутал. Добавлю, наверное, на один щелчок магнитов и попробую чуть посильнее вложиться в заброс. О, что теперь подальше улетело. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33. 35 оборотов. 35 оборотов. Это будет, сейчас вам скажу, 35 умножить на 78. Ну, 30 метров. На 30 метров вертушечка 4-граммовая улетает. Хотя есть ощущение, что могло бы лететь и дальше. Не знаю. Может быть, еще подшипники раскатаются. Вполне возможно. Такое бывает. Поставлю вот такую приманочку. Мимими. 3,5 грамма. Смотрите. На ней 3,4. На ней даже написано. Если с таким весом катушка справляется, то я думаю, что меньше для нее и не нужно при ее-то весе шпули. Я вот что хочу сказать, что у меня сегодня нет цели проверить, как она бросает там средние веса и тяжелые. Абсолютно нет в этом никакой необходимости, потому что она гарантированно их будет бросать. Мне интересно, что катушка по низам. Ох ты! Полетела лучше. Ну, колебалка, потому что. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 оборотов. Это больше 30 метров. Все-таки колебалка компактно, летит хорошо. Попробую еще уменьшить на один щелчок и специально поставлю глазок посередине. Кстати, ребята, вот тут наглядный пример, когда у катушки большое расстояние от шпули до глазка. Это очень положительно влияет на заброс. Леска сходит легче. Ну, давайте попробуем еще разок. Даже шпуля уже просматривается, перфорация. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 45, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44 оборота. 44 оборота, да умножить на 78, сейчас я вам скажу. 44 умножить на 78, 34 метра. Ну, в общем-то, так оно и по шпуле видно, что половина. У меня тут 80 метров намотано, половина всей лески уходит. Приличный? Прилично. О, еще сильнее вложился. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42. Давайте так, чисто для понимания, я не знаю, видно или нет, поппер ровно 2 грамма, вот на нем написано. Маленький, вот если сравнить с моим мизинцем, то он поменьше будет. Видели, да? Маленький поппер ровно 2 грамма. Не знаю, видно ли, на нем написано. Повторяюсь. Чисто так, для понимания, способна ли катушка бросать этот вес. Я вижу, что 3 грамма для нее не проблема. Колебалку 4, вернее 3,5, и она запуливает вообще далеко. Далеко за 30 метров. За 35 примерно. А вот что будет с поппером? Добавлю магнитики на всякий случай до 6. Поппер ровно 2 грамма весит. А, улетает, улетает, ё-моё. Причем нормально. Нормально так улетел, слушайте. Вполне себе на расстоянии. О, отлично, летит. Посчитаем обороты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25 оборотов. Ну, порядка 20 метров. Порядка 20 метров 2-граммовая улетает. Так, вот такого поставлю воблерочка. Он весит 4,5 грамма. Я думаю, что для этой катушки это само то. О, вот такой. Тоже не крупный кренк. Ничего не меняю по настройкам. 6 так как стояла, так и стоит. Отлично летит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 оборота легко улетает. Вообще легко. Так, что-нибудь давайте еще заменим. Короче, вот такой маленький кренк. Он ровно 2,5 грамма весит, друзья. Поверьте на слово. Это, в общем-то, показательный крэнк для меня. Если его катушка бросает, то, в принципе, ее можно использовать для ловли головля, для ловли окуня, посчитай, на ультралайт. К слову сказать, Люрестар C9 его бросает легко. Ну да, летит. Летит, как бы там ни было, летит. Вот под конец немножко борода. Появились вот такие легкие вспухания. Буквально вот я сейчас это выберу. На всякий случай магнита еще добавлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 оборотов. То есть почти метров на 18 улетает. Да, туда же. Чувствуется, что добавил магнитов, уже лететь как бы не очень хочет. И чтобы вы понимали, где я стою, вот кусты и вот камыши. То есть мне тут особо замахнуться негде. Я специально взял такое место, чтобы... О, окушок выходил. Класс! Вот летело хорошо, уменьшил магниты, но под конец начинается перебежка. Я думаю, что надо добавлять осевика, друзья. Надо добавлять осевика, все-таки слишком большая инерция шпули для такого веса, хотя бросать можно. Если добавить осевика и немного вкладываться, то я думаю, что воблерок этот полетит. Давайте добавим осевика. Смотрите, что значит добавить осевика, многие не понимают. Значит, вот, поджать осевичок. Просто вот поджать осевичок, пару щелчков, чтобы приманка опускалась медленнее. Смотрите, вот она опускается медленнее. И теперь сделаем заброс. О, класс! Отлично! И под конец даже никаких перебежек нету. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 25 оборотов улетает без проблем. Без проблем можно выезжать, рассматривать эту катушку даже как для ловли головля. Но кренки вот такие, она от 2,5 грамм будет бросать хорошо. Но лучше всего... Я думаю, она будет работать с компактными приманками и с джигом, микроджигом там и лайтовым джигом. Отлично вот летит. Вообще шикардос. 2,5 грамма улетело метров под 25. Вдоль камыша сейчас попробую медленно провести. А вдруг кто-нибудь клюнет. Один окушок я видел, уже выходил. Можно было бы попробовать на вертушечку и проклюнуться. Летит классно. Ну что, раз мы экспериментируем, раз у нас покидушки, давайте поставим типа Ридж 35, только это косадака. Косадака, и он 32, что ли. Вот он. Это Риджик 35, ровно весит 2 грамма. Я думаю, что это неподъемный вес для этой катушки. Хотя, надо попробовать. Настройки те же, на шестерке магниты. Осевик поджат. Медленно спускается. То есть я оставил те же настройки, как и для крэнка 2,5 граммового. Попробую сделать заброс. Вы знаете, можно бросать, метров на 15 улетел. Сейчас я попробую посчитать обороты на следующем забросе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27. Ну, это где-то 22 метра. Для 2 грамм, я думаю, это вполне себе нормальный результат. Вполне себе приличный результат. Можно бросать и 2-граммовые, хотя, честно говоря, вот стабильности для на 2 граммах ей немножко не хватает. Так что мой вердикт таков. Катушка грамм от 3. От 3 вполне себе комфортно будет работать. И факультативно 2,5, реже 2 грамма. Если у вас хорошая подготовка, то вот 2 грамма в принципе вот улетает метров до 20, вполне себе летит. Ну, надо понимать, чтобы еще палочка была подходящая, которая будет загружаться. Это 2 граммами еле-еле загружается. Так, ну что, решил я поставить потяжелее воблерочек. 5 грамм он весит. Короче, вот такой вот Крэк-джек 58. Я думаю, это то, что как раз для этой катушки и есть. Магниты на 6, чуть больше за 6. Осевик, как видите, свободен. Ух ты, класс! То есть вот оно, что для этой катушки. Да, расстояние, ребята, такое же, там где-то метров 25. Но заметно, как она комфортнее начинает его бросать. То есть загружается шпулька, я почти не вкладываюсь. А что это значит, если я не вкладываюсь? Если я не вкладываюсь, это значит, что нету в начальной стадии заброса, нету перебежки. И не нужно добавлять больше магнита. Вот я даже на щелчок сейчас уменьшу. И даже сильнее чуть вложился. Вот отлично летит. Хотите, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 оборотов. Для такого воблерочка это вполне себе хороший результат. Это знаете сколько? 35 умножим на 78, 27 метров. 27 метров улетает. Класс. Вот, летит вообще офигенно. Там, я понимаю, сейчас начнутся вопли разные по поводу измерения дальности. Ну, мужики, да мне пофигу, что вы там насчитаете сами. Рулетку там скажут, бери. Ну, отнимите, кому не нравится, 2 метра туда, 2 сюда. Ради бога, я не провожу тут точных замеров и лабораторных испытаний. Посмотрите, какая дальность. Он улетела туда, куда я хотел, почти до тех кустов. Сейчас, может, еще щука клюнет. Поэтому у меня тут абсолютно нет никакой цели провести лабораторные испытания с точностью измерений заброса. Я примерно смотрю, куда бросает катушка. И вижу, что бросает она, в принципе, неплохо. Как для рыбалки вполне себе хорошо. Вот куда хочешь, вот, взял и бросил. Отлично. Вот, то есть вот этот воблер вообще шикарно с нее улетает. Сейчас я поставлю побольше. Поставлю там 80-й орбит. Ну вот, смотрите. 80-й орбит. На тех же настройках улетает вообще шикардос. Шпуля просматривается, то есть где-то под 35 метров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39 оборотов. Причем я не вкладывался и абсолютно не делаю никаких тут, не пытаюсь поставить рекордов. Это получается ровно 30 метров. Без проблем. Вот, взял, забросил. Сейчас еще и дальше улетела. Смотрите, аж пуля, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, одиннадцать, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, восемь, двадцать девять, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, восемь, двадцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, 44 оборота. Ну, на 34 метра улетает без проблем. Ну, сейчас кувыркался немного, но тоже улетел метров на 30 гарантированно. То есть вот эта катушка, ребята, не для ультралайта. Эта катушка скорее для хэви ультралайта и лайта. То есть это хорошая лайтовая катушка. Грамм так от 4. Вполне себе. Вполне, потому что вот 3,5 вы видели, как улетала колебалка. 3-граммовые летают чуть хуже, 2,5-граммовые можно бросать, но еще похуже улетают, там 2 грамма сложно, но если в исключительных случаях, то можно побросать. А вот такие веса, будь то Крэк-джек 58, будь то вот 80-й орбит, это как раз для нее, само то. Чувствуется, что и шпулька нагружается как надо, и перебежек нет. И чтобы вы понимали, я держу эту катушку впервые, абсолютно впервые, и никаких тренировок с ней дополнительных не проводил. Вот. То есть я не пытался тут что-то изучить, поднастроить. Вот как есть сейчас она, так есть. Я думаю, что если поработать с ней, понастраивать еще, пристроиться к забросу, то будет она забрасывать еще и комфортнее, и 3 грамма, и 2,5 грамма тоже хорошо полетят. Вот. А так, пока мой вердикт, что катушка заслуживает внимания. Для приманок грамм от 3, ну, думаю, до 25, примерно так, может быть, до 30. Это будет разумный ее диапазон. Если вы совсем малоопытные, ну тогда считайте, что где-то грамм от 4 она будет хорошо у вас бросать. От 5 грамм уже будет бросать все, что угодно, любые приманки, вообще без проблем. Ход вообще шикарный у катушки. Все, пожалуй, друзья, спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока-пока. Ссылочку на нашу группу в описании. Там можно пообсуждать, если хотите. Я оставлю в описании. И в описании будет ссылка на предыдущее видео на эту катушку. До новых встреч. Пока-пока.